обрабатывает поля. Видите, какая техника сложная. А говорит, отравляет. Ну, конечно, отравляет. Но что сделаешь, все зарастает. Толковать нечего. Раньше пололи руками. Это в Китае только могут. Вот он идет, как широкие колеса. Гусеница, сказать, этот огромный трактор. Я тут вывернулся с мостиков, перпендикулярно вот заезжать где, на наши мостики. Там он едет. Ну, ясно, что я его не пропущу. А вот тут у нас была школа, и все эти годы был огород. Потом мы отступили оттуда метров 10. А здесь 10 метров взяли. А там из-за тенечки все время сырое. Вот так. Ну а тут что? Тут уже деревня рядом. Видите трассу, какую мы сделали. Сейчас ездят. Здесь вот прямо трасса, прямо в улицу центральную имени Марии Лапкиной, нашей матери, мать героини, жена инвалида Отечественной войны, трех братовьев у нее фронт поглотил, 10 детей воспитала, родила 12. И вот мы написали и в честь ее улицу назвали памятную.